Всем привет, с вами снова Билли, и мы продолжаем проходить StarCraft 2. В прошлый раз мне пришлось гораздо раньше прерваться, я прошел уровень довольно-таки сложный, и потом не общался, по-моему, с персонажами, поэтому можем сейчас, ну, сделать это сейчас. Все поисследовать, послушать. Там просто причины были. Первый, единственный и последний. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны над пропагандон отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной вместо Соловьев. Главный доминионской программы. Нормально вы зацензурили. Ситуация такова. Ну, не выйдут. В чем суть этого интервью? Если нихуя не понятно. Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. Блять. Какой, сука, кринж. С вами был Донни Вермиллион. Специально для Йоэна. Тупо местный Соловьев, реально. Мои ребята всегда. Давай-ка обсудим дела. Давай обсудим, блядь, дела. Чё там нового? А, так у меня всё нанято. Смысл это смотреть. Так, с Тайкусом попиздим. Слышал парня по имени Габриэль Тош. Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения. А потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгске. Хм. Ну, посмотрим. Так, чё, давайте всё-таки попробуем выиграть в эту хуйню. О, в потерянного викинга. Надо всё-таки, блядь, что-то с этим сделать. Блин, это же галага, по сути. Надо как-нибудь какую-нибудь галагу попроходить. Великий викинг, ты потерялся. Это мы уже все видели. Пробел, control. Я думаю, можно подобрать это все. Это так, для прикола. Ну, посмотрим, насколько я сейчас буду успешен. И буду ли вообще... Пострелюкиваем. Вроде всех отстрелял. Ебой. Опа-опа, забрать штучку. Е, отлично. Надо, короче, не умирать и все штучки полутать. Тогда будут какие-то у меня льготные, блядь, эти... темы. Опа, бомба. Три бомбы уже у меня. Надо будет их как-то грамотно завязать. Ух ты ж, блядь. Блядь, ну почему я решил получить пизды на таком тупом моменте, блядь. Куя даун. По-другому не скажешь, мне кажется, даже. Опа. Что-то другую какую-то хуйню я полутал. Наверное, фиолетовые помощней. Че, будем тут бомбу использовать? Или нахуй надо? Так, ну вроде я чпокнул больших, но не совсем прям чпокнул. Опа. Ух, ебать! Вот это, наверное, стоит захаудить. То, что у меня сейчас есть. И с этим как-то играть. Блять, захаудил, проверяй. Сука. Почему я так, блять, умираю постоянно тупо? У меня три бомбы есть, я их не использовал, но приближается босс. Можно ли мне на босса использовать бомбы? Вопрос. Ну, для босса теперь у меня есть фишечки свои.
Ну, против больших скоплений врагов. Блять, получил в итоге урон. А где мои жизни вообще? Есть у меня тут где-то жизни? Немножко не совсем понятна мне эта ситуация. Блять, опять получил урон. Не, я собираюсь, блять, пройти эту хуйню. Играть снова. Сделаем вид, что этого не было. Это мне просто причудилось. Сейчас набьем руку. Вот, я собрал все. И у меня все забрали. Сука. Фух, ну уничтожил вроде бы большую часть. Наверное, стоит подбирать только красные штуки мне. Не буду я фиолетовую то подбирать. Но это бомба, ее надо подобрать, я думаю. Окей, ладно, сейчас что-нибудь придумаем, блядь. А не хотите сдохнуть? Не хотим. Ладно, подберем. Против этих здоровых, наверное, фиолетовая лучшая тема. Четыре бомбы. Вот так вот я решил сделать. Наверное, реально надо только красные подбирать. Потому что я уже был такой вот, как сейчас. И мне, я мог бы застакать трижды красного типчика. Блять, сдох. Долбоёб. В итоге я не застакал два красных. Блять. Мы можем заново? Давай заново. Попробуем сейчас чисто красное подбирать. Вот эту фиолетовую шнягу. Кот орёт. Кот, не ори. Успокойся. Ты покормлен. У тебя все должно быть замечательно. Понял, короче. Надеюсь, что реально красную хрень можно стакнуть, ну, три раза. Если нет, то это грустно. А вон у меня жизнь, у меня три жизни. Ебать, я что-то только сейчас это понял. Бля, как я не попал. Сука. Блять. Ну ладно, забираем чисто красненькую. Так, ну вроде все ок. Плюс третья бомба. Фиолетовую брать не буду. Или надо. Не хочется брать фиолетовую, не буду, я уже решил. Хули я сомневаюсь вообще. Еще плюс бомба. И вон еще бомба. Отлично. Четыре бомбы, красиво. Четыре бомбы, я красненький. Но мне надо стакнуть эту красную хуйню. Поэтому мы будем ее пытаться стакать. Вот, пришла вторая. Найс. Найс гель, блядь. Все перебили. Отлично. И 4 бомбы есть. И 3 жизни. Пока что это лучший момент для босса. Но я не стакнул красную в 3. Ну, в 2 стакнул, ладно, похуй. Ждем врага, ждем, ждем. Вот он, все, стреляем.
Еще надо вправо-влево вот так вот, чтобы диапазон атак чуть был шире. А, так эти мелкие дроны, они еще и не убиваются с первого раза. Блять, какая тупая смерть, пиздец. Сука. Ты сейчас что такое? А, вспомнил. Вспомнил, что это. Блять, опять я полутал эту хуйню. Блять, да как, какой я дурак. Попробуем вот так сделать. Бля, одна жизнь осталась. Такой хороший момент, и я его, походу, засрал. Так, ну вроде увернулись. За этими, блядь, дроидами, дронами реально хуй попадешь в этого. Так, ну увернулись, все отлично. Продолжаем нашу борьбу, блядь, со злом. Еще взорвем бомбу. Я не намерен это терпеть. А мне похуй. Блять, в упор встал. Для чего? Блин, ну две красные, конечно, для против больших скоплений прикольно, но против вот, блядь, одной цели такая себе хуйня. Дополнительная жизнь. До следующей жизни 75 тысяч очков. Ой, ну хоть шансы появились. Я не знал, что такие приколы есть. Не попал по мне, хуесос. В принципе, у меня есть еще бомба. Можно будет ее завязать как-то. Все, найс. Ждем, сейчас он еще выпустит всю хуйню свою. Еще новых дронов. Я бомбу жмакну. И можно будет его добить, наверное, даже. Нет? Мне это показалось. Не можно. А можно, можно. Так, ладно, бьем его. Блять, дайте я просто добью босса. Есть. Аллилуйя. Фух. Первый уровень оказался очень сложным. Собственно, плюс очки. Интересно, а, там еще второй уровень? Серьезно? Опа, и с одной жизнью. Я такого не ожидал. Тут прям что, полноценная игра? Ой, а это зерги типа? Это зерги, да. Правда, у меня там дома свой пушистый зерг орет. Хотя он покормлен. У него вообще все замечательно. И водичка, и еда, и лоток. Все у него свежее. Но нет, надо выебываться. А я стал сильнее, когда еще одну красную подобрал. А что-то не заметил я особого усиления. Ух, ебать. То что вообще за личинки у них вылетают? Они не автонаводка у них? Так, добил. Увернулись. Блять, это было чисто, блять, меня наебали. На живца, блять, поймали. Нет, этого справа мы не будем трогать. Пошел он нахуй. Я так считаю. А что там справа?
Блять, засмотрелся, там справа какая-то, блядь, планета появилась. Сука. Ладно, все, мы один уровень прошли, пока хватит. Но, видимо, в эту игру надо засесть и прям ебашить. Видимо, не получится так. Один уровень сегодня, один завтра. Видимо, надо ее прям проходить. Так, чё, пойдемте в арсенал. Посмотрим, что тут есть у нас. Пора составить. Теперь у нас на корабле еще и пираты. Пираты? Это он про Тоша? Так, чё? Головорез. Дальность стрельбы увеличивается. Противопехотные бомбы с большим радиусом поражения. Пенный наполнитель. Мне не нравятся вообще все наши юниты. Абсолютно. Потому что они не РДДшные, они какие-то... Ладно. Увеличивает дальность атаки всех боевых единиц. Давайте возьмем вот это. Пойдем в лабораторию. Что у нас есть тут? Угу. Угу. Мы взяли то, что у нас бункеры оборудуются автоматическими турелями. Турель погибель. Огнеметная турель, которая автоматически скрывается, если не участвует в бою. Прикольно. Либо планетарная крепость. Командный центр можно переоборудовать в планетарную крепость. В результате переоборудования командный центр оснащается спаренными орудиями Ивика и укрепляется дополнительной броней. Но он не может взлетать. Вроде прикольно, а вроде хуй знает. Мне кажется, огнеметные турели лучше. А она дамажит только милишных или еще и летающих юнитов? Ладно, мне нравится вот эта тема, но мы не можем ее пока взять. Или можем? Я anyway ничего не могу, блять, выбрать. У меня вон 9 уровень. А, 10 нужен, все, понял. Ладно. Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джори. Редкого минерала с уникальными свойствами. Джори? Я весь внимание, док. Следы Джорина? О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности. Или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Любопытно. Так, это мы видели уже. Что мы не видели? Два этих. Ну ладно, я что-то не понимаю, о чем можем исследовать, наверное, нихуя не можем. Нужно больше образцов. Нужно больше образцов. Так, кают-компания, это у нас кайфы тут ловят они. Давайте в арсенал сходим. Я думаю, еще можно что-то улучшить. Ракетная турель. Кажется, запас прочности стоит усилить у нее. На мостик теперь погнали. Вы, наверное, хотите по... Вот и наш брат. Давай с Тошем попиздим. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Антоша. Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире. Как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Может быть, но не я факт. Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. Что-то он какой-то весь, такой весь, блядь, блатной, крутой. Так, что у нас? О, аж три миссии. Протосы добывают на Белшире.
Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагеря... Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов Старсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Мне вообще не нравятся все эти миссии. Мобильная боевая единица тоже не сильная. Давайте выберем вот эту миссию, ту, что Голиаф есть. Мне кажется, Голиаф был бы прикольным. У него пушки, может быть, он все-таки может... А, вот, атакует и наземные, и воздушные. Только наземные, только наземные. Берем вот этот, Голиаф нам точно понадобится. Это против протосов будет миссия. Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Ну да. Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Талдаримы? Диабло. Священный дар Зелнага. Зелнага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, ковбой, сделай. А, то есть эти чертежи были у него? Как мы доберемся до Тиразина? Видишь алтари? Мистики из секты Талдарим используют их для добычи Тиразина. Подходи и добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат. Такая музыка еще играет. Ладно, приступим. Ладно, приступим. Ну, приступим, так приступим. Зов джунглей. Гайс, миссия оказалась гораздо сложнее, чем я думал. Но так как я не собирался сдаваться, я пытался все снова и снова пройти ее. Ну и перед тем, как вы увидите, как я все-таки справился с этим, предлагаю посмотреть небольшую нарезочку моих фейлов. Приятного просмотра. Ах вы суки ебаные. Ну-ка отойдем. Блять, как все плохо. Аж два сразу запечатывают. Бля, у меня эти стоят, но они толку мне не приносят. Мне надо просто, блядь, добить эту хуйню. Туда римские стражи. Пиздец, эта миссия провалена нахуй. Его чините, блядь, какой кринж. Недостаточно минералов, нахуй. Меня сейчас база скушат. Да, они это и делают. А я уже там загрел еще врагов. Блять, они сломали мне. Сука. Идем пизды давать. Наши КСМ атакованы. Отправьте к ним подкрепление или организуйте стационарную оборону. Блять, а я все, уже приплыл. Ебать, уже с этим, с каким-то, блядь, сильным челиком. Я не знаю, что мне делать. Может, мне не стоит эту базу захватывать? Хуй знает. Уже, блядь, не исправить ситуацию. Па-па-пам. Они летят ко мне. Хуй, я что сделаю? Сука. Полагаю, блядь. Не, я тут не выиграю этот бой. Бля, знали бы вы, Гай, сколько раз я уже попытался пройти эту миссию, и нихуя мне ничего не помогает. У меня огромные проблемы, блядь. Есть один вариант, который мне помогает справиться с ситуацией. Не знаю, поможет ли мне сейчас что-то вообще в этой ситуации. Забираем двух КСМов, одного сюда. Второго сюда. Могут перевозить канистры с тиразином. Еще мне нужен медик. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра.
входящее сообщение. Эта планета была священной землей Талдарим задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно удирайтесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, у нас уже и след простыл. Задефали как-то. Не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, на починку еще отправим КСМа. Кто осмелится прикоснуться к алтарям? Протосы приводят войска в боевую готовность. Это я вряд ли задефаю. Блять, потерял Голиафа. Сука, минус Голиаф. Короче, миссия, пиздец, надо этот, блядь, газ собирать. Очень опасно. Сразу два забираем. Угу. В таком раскладе нам будет сложнее отбиваться от Талдаримов. Но чем скорее мы сделаем дело, тем скорее уберемся с этой планеты. Так, есть. Два сразу забрали. Теперь думаем, как нам усилиться. Нам нужна крупная армия. Так, добыча идет полным ходом. Но есть один нюанс, который мне нужен. Это хранилище. Плюс армия у меня слабенькая. Угу. Вообще армии, по сути, нет. Давайте, давайте, парни, я в вас верю. В скобочках не особо. Увеличиваем добычу, нам нужно много КСМов. Мы не будем тупить, мы будем нападать на протоса. Вот. Конечно, можно... Ну, я попробую сейчас так. Не знаю, получится, нет. Но мне кажется, это звучит логичнее. Потому что я пытался таразин этот собирать. Вообще не получается. Я только поебалу получаю регулярно. Давай еще. Еще строй хранилище. И опять на добычу. Они будут пытаться еще, кстати, вот эти колодцы заблокировать. При этом будут меня еще атаковать. Так что, блядь, все очень грустно. Вот они уже нападают. КСМ, а не трогай, блядь. Типа, знаете, в чем фишка? У них дохуя... армии. Блять, флот у них сильный. Вот, то есть у них два летающих, но при этом еще два наземных. У меня из воздушных, антивоздушной армии только голиафы и, блядь, морпехи. Но эти голиафы дохнут от ебучих наземных войск протосов. О, этих, ну да, протосов. И, блядь, что делать, хуй знает. Будем собирать армию. Короче, они вот блокируют, но мы сейчас отберем, не дадим им сделать это. Ломая вот эту хуйню, которая это делает. Отводим Голиафа. Потерял Голиафа все-таки я, долбоеб. Короче, мне нужна миксовая армия. Не только из вот этих юнитов, которых я назвал, но и из других. Поэтому делаем армию. Создаем, точнее. Стакаем ее у себя на базе. И пойдем в атаку. Не будем, блядь, тупить, ждать чего-то. Так, попробуем во всяком случае так поступить. Еще одного КСМа заберем. Еще построим хранилище. Ну да, и опять туда. Сейчас еще лекарь-медик выйдет. Лекарь-медик-педик. АПМ лабораторию. В принципе, уже боеспособный отряд. 4 голиафа. Что происходит? Да.
Попробуем их немножко оттягивать. А, нет, не получится. Идем мешать запечатывать алтарь. Короче, вот это нам сюда. Вот это сюда. Идем. Это мы справились. Вот эту хуйню надо сломать. Ебой, походу справился. Отведем Голиафа. Они все-таки заблочили. Ну пиздец, нахуй я сюда ходил. А я так хорошо все сделал. Сука, твари ебучие. Они запечатали, все, я не могу нихуя с этим колодцем сделать. Блять, вот суки. Так, здесь нам нужны еще другие юниты, потому что без этих мародеров нихуя не получится. Обязательно. Сейчас еще Голиаф и мародеры вылезут, и тогда пойдем атаковать базу вражескую. Не понимаю, почему один красный? А, типа капрал? Капрал. Ебать. Типа ебать крутой. А чё, похилить не надо, блять, моих юнитов? Пиздец, эти КСМы отошли. Ну ладно, это я не доконтролил. Я въебусь, непонятно, конечно. Мы теряем время. Блять, минус Голиаф на ровном месте. Почему бы и нет? Что стряслось? Вару, а? Так. Внимание. Талдарин запечатывают алтарь стерозином. Блять, опять дефать надо. Ну это по-любасу надо дефать. Это нельзя отдавать. Окей. Выкладывай. Задавим их интеллектом. А в опыту приказы два на новенького. Сразу только сразу только сломаем то, что мешает. Все. Опять встаем сюда. Разъебем сейчас Протоса. Наверное, хуй знает. Погнали. Чё тупить стоять? Вот этого отводим. Разъебываем его. А, там враги. Ебать. Там у них флот целый. Сломали им один корабль, второй. Идем ломать вот эту хуйню. Все, пушки я им разъебал. Ресурсов уже много я настакал. Сейчас будут хранилища несы. Здесь поставим. И вот здесь еще одно. Надо все сломать. Здесь надо сейчас добычу организовать. Наверное. Не, пока не будем. Пока надо сходить запечатать. Потом уже будем строить базу. Бля, как я заебался эту миссию проходить. Это, блядь, просто не смешно. Блять, проебал одного Голиафа. Так, возвращаемся сюда.
я буду только... Приказы будут? Задавим их интеллектом! Выполняю! Так, ну вроде все грамотно. Как-то мы выжили. Теперь строим тут. Да блять, строй, блять, заебал ты. Что-то мешает, блять. Подтверждаю. Что стряслось? Давай еще хранилище. Так, ну как-то вот так вот я придумал. Мы теряем время. Да ничего мы не теряем, все у нас нормально. Вроде бы, не уверен. Опять идут бочить. У меня, в принципе, армия мощная, может пока попробовать поломать их немножко. Блять, хуёв там, да? Давай попробуем. Все, они телепортируются сюда. Эта хуйня, кстати, дорогая. То, что я ее сломал, это прям круто. Сломал. Так, ну тут я запушил врага. Немножко. Давай, удиви меня. Выкладывай. Сейчас мы тут понастроим дефенсов, наверное. Еще мародер надо. Летят ко мне опять враги. К сожалению. Не надо, чтоб рвануло. Блядь, как съебали. Что происходит? Ебашим добычу. Недостаточно минералов. Все нормально с минералами. СМ готов. Недостаточно минералов. Все достаточно, давай строй. Лимит у меня уже очень большой, 86. Но мне надо найти, где он вообще базируется, враг. Опа. Идут опять хуйню страдать. Очко мое пусть запечатают. Я уже поговорил это, но скажу еще раз. Где же они? Наверное, у них справа сверху база, раз они оттуда летят. Или просто сверху. Anyway, надо, блядь, понять это. Отлично. Сломали. Забираем подкрепление. Так, мне кто-то пишет. Наверное, меня потеряли уже. Надо ответить. Все, я снова здесь. Берем еще парочку КСМов. Наверное, еще улучшение качнем. Блять, виспена не хватает. Все, хватает. Найс. Идем искать врагов. Вряд ли они тут. Или тут? Нет, не тут. Я думаю, не тут. Уходим отсюда. Идем вот в эту сторону. Мне кажется, враг где-то здесь. Заебись, самочувствие. Приказы будут. Идем за врагом. СМ готов. Недостаточно виспена. Блять. Кого
Чё, здесь они? Где враги? Где, сука, враги? Опа. Это наши, блядь, противники. Надеюсь, мы их разъебем сейчас. Давай-ка мне сюда под крепу. Давай, удиви меня. Вот вроде подъем какой-то такой интересный. Наверное, сюда мне надо. Ебать, как их много. Бля, меня разъебывают. Меня разъебали. Уходим, блядь. Я хуй знает, что делать. Меня разъебали. Сука, что делать? Мне еще дохуя надо. Будем обманывать как-то, я хуй знает. Они меня заебут сейчас. Канал открыт. Анал открыт. Улучшение завершено. Подтверждаю. Связь налажена. Какие будут указания? Блять. Галеров на связи. Требуется. Убили. Хе-хе. Забавно. Блять, убили мне все, что можно вообще, нахуй. Ну, блять, хуй знает. Как мне этих, блять, врагов побеждать? Протосы реально сильные. У них очень сильная база, армия. Теперь понимаю, где они находятся. И мне очень сложно будет с ними. Голиафы долго нанимаются. Тоже минус большой. У меня есть раз, два, три, четыре. Короче, пока хватает еще колодцев. Короче, мне надо как-то вот сюда пойти и разъебать врагов. Ну как? Блять, вопрос очень хороший. Месторождение минералов выработано. Ага, вот первые проблемы начинаются. Кого подлатать? Кого подлатать? Черт бы побрал этих толдаримов. Толдаримы никогда не соберем газ. Да и хуй с ним. Ну как я это легко так сделаю? Он такой интересный пиздец. Давай, удиви меня. Что я могу, нахуй? Выкладывай. Надо КСМов тоже брать. Доктора вызывали? Армия растет очень медленно. Так точно. Вот это они разъебут вообще на изи. Даже не фуловые мои лимиты. Хотелось бы, конечно, фуловых лимитов повидать. Но, блядь, вряд ли это возможно. Надо, да, на фулах идти туда. Может, блядь, мне попробовать... Ой, блядь, ой, блядь. Может, в бочину им зайти? Хуй знает как. Пусть запечатывают пока что. Это назад. Это первый ряд. Приказы будут. Что происходит? Есть заводёр.
Блять, еще эти пришли. Сука. А где эти типчики, которые делают эту хуйню? Блять, минус армия. Армии опять нет, блять. Это я не могу нихуя сделать. Я не знаю, что делать. Как, блять? Мне делать это все. Вот так? Ну давай, блять, попробуем. Кого подлатать? Сложно нах. Системы функционируют. Ладно. Попробуем так, как попробуем. Ой, там еще враги. Ах ты, сука. Хильте его. Значит, вот еще где у них база. Окей, сука. Доктора вызывали? Пойдем, блядь, ему на мнем бока. Так, еще один есть. Третья канистра. Уважаю, брат. Давай. Уважаю, брат. Выманиваем врага. О, еще одна реликвия. Все, я нашел все три. Похоже на то. Блять, нужна армия. Я уже не задефаю эту хуйню. Отлично. Тут тоже их опорный пункт, я разъебал. Лучше не пересекаться с ними. Блять. Эту хуйню надо сломать. Она самая опасная. Фух, все. Живем, живем. Хилимся, живем, блядь. Погнали за этой. За реликвией. Раз уж нашел, надо забрать. А вторая справа где-то была. Вот эту можно забрать пока что. Не на спокойных щах, конечно. Но как-то можно. КСМов у меня тут много? Нет, немного, надо одного забрать. Внимание. Талдарим запечатывают алтарь стеразина. Пока хватает мне. У меня еще под боком два. Здесь раз, два, три. Хватает пока. В принципе, если я сейчас задефаю вот этот, можно потом вот эти два просто сразу ебануть. Протосы послали за вами авиацию. Защищай КСМ. А до этого они за мной что посылали? И это авиация была. Нужно остановить алтарима. Они запечатали уже 5 алтарей. Ничего страшного. Окей. Так, этот сам доберется до базы, я надеюсь. Без проблем. Только с... Где тут раненый? Что еще? Меня на всех. Кому навешать?
Короче, нам надо... Большая часть канистр уже у нас. Вот сюда. Так точно! Отлично! Будет сделано! Связь. Давай, удиви меня! Подворуть я уже заждался! Приказы будут! Идем ломать всю эту хуйню. Чё, оттуда летят? Вы чё, ебанулись? Вы чё там, блядь, делали? Третий артефакт. Всё, назад на базу. То, блядь, хуй знает, что с ней будет. Сейчас, если на меня нападут, будет пиздец. Вот сюда. И вот сюда. Фух, блядь, кто знал, что эта миссия будет такая сложная. Ага, летят запечатывать. Внимание. Талдарим запечатывают алтарь стерозином. Угу. Обороняем эту точку, потому что здесь добычи больше. Система функционирует. Вижу, все по-взрослому. Так, мне надо еще, блядь, три собрать. Значит, вот этот сбоку, который его будем использовать. Достаточно тирозины. Не запечатают. Я надеюсь. Будет сделано. Кому навешать? Идем сюда. Надо больше армии. Вот сюда. И вот сюда. Пускай пополнение будет у меня небольшое. И вот сюда. Все. Здесь у меня постройки идут. Надеюсь, мне не помешают эти постройки развивать. Есть работенка. Недостаточно минералов. Задавим интеллектом. Не знаю, где стоять, если они полетят сейчас вот так, они на мою базу напорятся. Мне базу тоже дефать как бы надо. Канал открыт. Блять, они туда пошли. Пиздец. Все похуй, валим оттуда. Пиздец, минус армия. Мне надо ломать вот эту хуйню. Если я ее не сломаю, мне пизда. Надо сломать быстрей. Быстрей, быстрей, успел. Отвлекают от сложной миссии. Так, что делать, что делать? Как мне, блять, выигрывать эту миссию? Да, блять.
Как-то надо это обыграть мне. Мне нужно больше этих и вот этих. Фу, какая сложная миссия, я рот ее ебал. Ясно, база атакована. Съебываем. Не знаю, получится ли у меня, гайс. Очень хочется, чтобы получилось, но, блять, походу нет. Заебали атаковать мои базы, сука. Требуется помощь. Недостаточно. Мне надо как-то выжить. База атакована. Надо дефать. Отдавим их интеллектом. А? Чего пугать? Я уже застрял. Нельзя терять базу, потому что мне куда-то придется сдавать мой тирозин. Назад. Идем это дефать. Нет, это мы не дефаем. Сука. Сука, сука. Этих безрассудных тиранов нужно остановить. Убейте их всех. Все, пизда мне, походу. Сказали, что убить их всех. Наверное, реально будут убивать. Нужно еще КСМы. Сука, что так сложно? Я ебал рот. Один добыли, осталось один всего лишь задефать. Веспеновый гейзер иссяк. Бывает. А твои рейдеры шустрые парни. Осталось всего лишь одна канистра. Недостаточно минералов. Что происходит? Надо дефать как-то, блять. Давай, давай. У, сука, сложная миссия. Фух, все, вот этого надо как-то, блять, его защитить. И миссия, блять, пройдена. Господи, как я раньше проходил это? Я раньше, помню, в StarCraft играл и было проще. Сейчас, блять, сложно. Фух. Все, 7 из 7. Господи, наконец-то. Это пиздец было сложно. Сваливаем, ребята. Похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Мы ебать как злоупотребили гостеприимством. Все, гайс, хватит с меня на сегодня StarCraft'а. Это попыток 5 точно было с этой хуйней разобраться. Шо, какой-то сюжет в конце еще немножко. Сэр. Я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков они использовали Джорий и Тирозин. Все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны. У него кукла какая-то тут. Прикольно. Я ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, вполне логично. Откуда сообщение? Но это мог быть и не он. Я буду присматривать. А кто тогда мог быть это? Попробуй. Ладно, гайс.
А, стоп, кают-компания. Что, еще какое-то общение будет? А, все. Ладно, гайс, все, хватит с меня сегодня. Реально, StarCraft это пиздец сложная миссия была. Сохраняемся и заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Билли Поттер. Всем пока.